Є, ну я на проводі роблю. Він який шаром покаті. Одні цукіні. Що я з ними робити буду? На роботу заберу. Хай люди кушають. Скажуть, ну ти, Лілёк, ненормальна. А хто сказав, що я нормальна? Всі з роботи, а я на роботу. Да? Кілограма півтора цукіні, що ж їм пропадати тепер в холодильнике. Алесандровський! Стефі! Chi ha mangiato tutto gelato? Io stavo dicendo che ieri abbiamo lavorato. Avete lavorato? Faccio vedere qualcosa. Ah! Ta-da-da-dum! I zucchini! Dell'orto della Lily! Oggi mangiano la gente. Li devi portare domani, che c'è Michelle, che lei mangia, ha bisogno di banane, zucchini. No, no, questo mangiano i nostri clienti, da nostri clienti da dire. Только сюда посмотреть. Опять все пустое. Опять все надо переделывать. Что, вчера фрукта пришла свежая. Сейчас. Вас мы забаться. Так. Значит, приехал. Манго. Розовый гриб. Ананас. Желтый персик. Клубничка. Мы сделаем пока эти, добавим кофе, 10 чашечек кофе. В общем, сегодня килограммов 50, не больше. Остановимся на маленьком, да? Хватит нам 50 килограммов мороженого? Хватит. Завтра больше сделаем. Начнем с ананасика. Начнем. Помните, когда фрукты делаем, мороженое надо мыть. После каждого мороженого. Так, Сашенька, давай твою горлышко будем лечить. В курсе, что ангина мороженым лечится? В курсе. Прохлада хорошо. А у меня тут такие фрукты. Тут кусочки сухой фрукты, кстати. Сейчас я вам покажу. Давайте так. Чуть-чуть некрасиво сделаю. Видите, кусочки фрукты. Тут у меня стерильно чисто, так что не переживайте. И потом эта фрукта ощущается у мороженого. Ананасик. Первый пошел. Видите, этикеточка есть у меня миндальная, смотрите. Ананас, клубничка, яблочко, манго, мандаринчик. Да все, что хочешь. Так, ладно, вытягивай.
пробовать будете? Красивый. Давайте облизывайте быстренько. Все равно мыть. Я облежу за вас. Ладно. Пробую мороженое. Нормально. Укол зонтиком. И пошло наше мороженое в холодильничек. А? Первый пошел. Следующий, сказал заведующий, моем машину. Пока там моется, тут уже калашматится. А что вы думаете? Желтый персик. Второй пошел. Пыль в глаза я вам пускаю. Нюхайте, это персик. Это персик. Поверили, что с кусочком? Они все сверху плавают. Уже третий раз машину помыла. Думаете, что с первого раза отмылась? Ха-ха. Два раза. Следующий пошел. Оп. И в дамках. И т.д. и т.п. Персик. Желтый персик. Персик с желтой мякотью. Второй пошел. Манго. Стоит наше мороженое. Третий пошел. Розовый грейпфрут. Вот такой красивый. Пробую. Еще никогда не пробовала его. Так, сейчас надо приготовить этикеточку. Кто не приготовила. Пока туда-сюда бегала. Ладно, четвертый пошел. Укол с зонтиком мы ему потом сделаем. Вам клубничку покажу, потом дальше сама пойду. О, Ленька, чуть-чуть замороженной клубнички есть. Смотрите, что мы сейчас сделаем. Прямо в машинку за бабаской. Опс. Пошла как по маслу наша клубничка. Остальные ягодки сюда. И будет у нас очень много ягодок клубники. Говорила Лиля, много мороженого делать не будет. Ага. А вы же так поверили, да? Так, 4 на 3, 12, 12 на 3. Короче, килограмм 70. Ладно. Что ты тут салатик моешься? Молодец. Картошечка почистилась. Все, начинается день. Как всегда. Сильно много мушек. Уже третий раз воду меняю этому салатику. На прищепочке бы его, да? Да высушить. Сейчас мы его центрифугу зарядим. Высушим. Все. Кто работает, а кто об дверь обперся и стоит. Браво, Эрика! Блищи, блищи. Мой.
Voi dire lava, lava, lava. Moi, moi, moi. Moi, moi, moi. Ah, sembra mio. Invece moi. Moi, ragazza, moi. Все намилили, все помили. Так. Ой. Сильно жарко. Представляете, мы сейчас заткнем вот эти вот две дырочки. В одну сядет Эрика, а в другую Лиля. Наберем водички. Эрика говорит, 8 градусов сюда бы, блин. Меняемся температурой. Сейчас сядем два корыца. Эрика, чи метямо ту нелюну, і оне лальтро. Белі, всьому посто. Писай до баню. Люди приходять жрати, а ми в дирочках сидимо. No. Adesso sta arrivando, adesso. Infatti eravamo in panico, sì. Penso noi. Если в кране нет воды, значит выпили. Афіло. Нету води. No, non viene più. Viene più acqua. Парикмахери без води. Come le sciacquole persone? Non lo so. Con la birra. Quanto tu termina? Madonna. Un пір adesso, eh. Говорить, сейчас, сейчас с пивом будем голови людям мыть. Рядом парикмахерская без воды. Появилась, появилась. Желтая, правда. Ну, появилась. Представляете, сейчас в парикмахер ходить. Вот я знаю, воду в голову мою. Фильтров нет. Вот это приколы, да, у нас? Пока Лилёк мукой весь телефон не вымажет, это будет. Не, Лилёк. Что, обещала я вам крепко с нутеллой? Ладно, давайте я уже пасту без вас растяну. Вы уже знаете, как это делать. Ручками, ножками, чем угодно. Так, раскатали. Для этой пиццы надо сбрызнуть тесто чуть-чуть водичкой. Сбрызнули. Беру сахар. Посыпаю чуть-чуть сахара. И оно не даст нашей пицце сделаться твердой сверху. Пекаем и ждем. Hai visto? Пока сделаем мороженое, пицца зайдет. Сейчас она сядет. Нутеллочка. В спешке не найду сахар. Ничего, сейчас покажу. Вот такая пицца. Сейчас мы ее порежем.
чуть-чуть. Già fatto, vai, dai Erika, se no ora vede Silvio sgrida. Ma no, 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 vai, vai. Vedi, gli abbiamo fatto la prova. Ma sì, vediamo un po'. Silvio neudacno prišol. Хрустяще, а? Dalla croccante. Ne volevo di più. Dovevo mettere più. Sì, sì, lo so. На скорую руку. Разве так можно жрать? Сейчас полопаемся. Very buona. Very. Ладно. Але? Але ha mangiato come un maiale. Как поросенок дома наелся. Замолчал. Моцарелла, помодоро, тут и фрейта. Сейчас Сильвио зайдет, а мы пиццей давит все. Меня позвали делать мороженое. Я чуть-чуть пересушила. Все равно вкусное, но оно должно быть чуть-чуть менее высушенное. Поглядываю, потому что сейчас Сильвио как зайдет, а мы тут вместо того, чтобы работать, сладким запихаемся. Молодцы, да? Но мы сегодня хорошо поработали, надо силы восстанавливать. Беру, Эрик. Да. Abbiamo lavorato o no? Minchia. È quello che dico anche io. Vabbè. В пиццериях накладывают больше нутеллы. Намазывают полностью нутеллой. А мы так. Сейчас объемся все. Как свинота будем. Белая рубашечка вся внутрь. Ну и что? Это вкусно. Тимписта. Тимписта. Угу. Кошмар, ребята. Стоишь, потеешь на ровном месте, ничего не делай. Ой. Ну что вы там? Все живи, все здоровы. Родичи арбузовые. Давайте я вам подсолнух покажу. Зацвел красавчик. А, красотулька моя. Зацвел, да? Гляньте, прям с него пыльца вот так вот сыпет. Жарко вам, жарко. Жарко, зайчики. А ну, что там? Скворушка. Где скворушки? Нема ли лёг? Уже все сожрала? Нема. Да не, он один. Давай, сорвем тебя. Что, срываться не хочешь? Хочешь, молчишь. Горбатенький какой-то. Так, а вы тут что? Ого, какой. Что ж ты перерастаешь тут, а? Не, не перерастай. Угу. Ой. Хробачки съели, да? Картошечку. Кто сажал мою картошку? Без меня причем. Ух ты, елки-палки. Не ты глянь. Не ты глянь, что тут робиться, а? Куда ж ты растешь такой здоровый? А ты куда? Да. Все. Заработали себе на жизнь. А? Помидорчик. Ага. И там попрятались, и тут кисточка, и там кисточка. И там завязались. Ага. Молодцы. Молодцы. Мне соседка дала перчик острый, тыканула, посадила. Сейчас огурчики, сейчас я вас подвяжу. Смотрю, много цветков надо посрывать. Сейчас я вам не займусь. Потерпите. Сейчас Лилю помню спопить.
поесть. Эти что-то прут в высоту, а толку с вас? Где помидоры, а? Нема? Растет. Ля. Ля. Тонкий, звонкий, прозрачный. Что ж тебе сделать, а? На тебя что, тля нападает? Чего листочки почернели? Сейчас разберемся. Сейчас мы с ними разберемся. Кстати, помните наши пасынки? Вот, вот, вот. И пасынки. Растут пока. И земли нет. Сейчас мы водой их накачаем. Проверим, что у нас там растет. Ух ты, морковочка растет. Ну, давай помоем тебя. Так, тихонько, тихонько. И вот морковка. Тут одна какая-то недоделанная. Морковочка. Одна еще. Та лезь уже забрызгала всю телефон. Так, сейчас мы тут. Фу. С вершками, с корешками. Что это за морковина? А, вкусная зараза, сладкая. Иди хвостик туда. А это ничего так. Сейчас, подождите, корешки я обломаю. Чистить, кто ее будет чистить? Там поливается. Через руку скажите, не показывай. Сейчас. Без руки покажу. Поливается? Поливается. А, лилок сидит. И как кролик морковку жует. Красота. Тут хоть не так жалко. Это вместо мороженого. Мороженого всего пиццы нахавались, да? Теперь морковку типа на диете, а? Хрустящий, как пицца. Зовсім баба з глузду з'їхала. Ладно, ребят, пока, до завтра, увидимся.